Если у вас ограниченный бюджет на звук, но хочется, чтобы звучало качественно, Zoom H1 – это идеальное устройство для вас. Как говорится, соотношение цены и качества. Ну а для тех, кто хочет добиться максимального эффекта от этого устройства, мы советуем приобрести дополнительный пакет аксессуаров. Ну что ж, посмотрим, на что способен этот кусок пластмассы. В комплекте главной коробки с зумом у нас следующее. Рекордер Zoom H1. MicroSD-карта памяти 2 ГБ с адаптером под SD-слот. Максимальная поддержка карт 32 ГБ. Инструкция и, собственно, все. Производители пожалели даже USB кабель. Зато мы нашли батарейку 2А. В комплекте опционального набора у нас следующее. Поролоновая ветрозащита, снижающая шумовые помехи, регулируемый настольный штатив, тренога, мягкий чехол, переходник для установки рекордера на микрофонную стойку, сетевой адаптер для питания от переменного тока и кабель USB. Что хочется сказать, все диктофоны, которые вы можете купить за такую или большую цену, можно смело избавиться от них. А с прошивкой версии 2.0 аппарат оказался еще USB микрофоном. Посмотрите, сколько стоит самый дешевый USB микрофон и сколько стоят конкурентные модели. Устройство выполнено из простенького пластика. Каждый раз, когда нажимаешь на кнопку «Запись», боишься раздавить его. В отличие от своих старших моделей, в H1 отсутствует меню. Все управление вынесено на корпус, где каждая кнопочка – это отдельная функция и ничего лишнего. Zoom H1 способен записывать как в высококачественных форматах в WAV, PCM 24, 96 кГц, так и в MP3 любой степени сжатия. Музыкантов привлекает возможность легко и качественно делать запись живьем. А все это благодаря паре микрофонов, работающих в осях X-Y, а также линейному входу с разъемом мини-джек. По сути, за счет своих компактных размеров и качества записи, Zoom H1 прекрасно подойдет операторам, которые снимают видео на DSLR камеры. Ведь, как мы знаем, встроенный звук там ущербный. Этот рекордер на свои встроенные микрофоны пишет весь звук вокруг. Чтобы более четко записать речь диктора без лишних звуков, лучше подключить к рекордеру петличный микрофон. Речь диктора на встроенный микрофон лучше писать на расстоянии не более 2 метров. Иначе будут одинаково слышны речь диктора, шум рекордера, шум и звуки помещения. А теперь о минусах. Корпус поскрипывает, микрофоны никак не изолированы от корпуса. Расположение светодиода в записи перегрузки слишком близко к микрофонам, то есть при использовании ветрозащиты видимость будет ограничена. Автоматический регулятор уровня записи лучше не использовать. Потратьте минуту и более, но выставите все вручную. Особое внимание стоит уделить питанию этого устройства. Заряжайте аккумулятор полностью. Это устройство имеет способность выключаться без предупреждения, и вся ваша запись полетит в При использовании стандартной батарейки типа 2А заряда хватает до 10 часов работы. Подведу итог. В своем классе Zoom убивает всех и по цене, и по качеству. Это вполне оправданные деньги за такой девайс. Ну а если у вас возникли вопросы, пишите комменты, объясним и подскажем. И обязательно подписываемся на наш YouTube канал, и вас ждут приятные скидки на профессиональную технику. До скорого!